Здравствуйте, в эфире программа «7 минут», и в гостях у меня сегодня Ирина Черкунова, директор сети магазинов «Империя сна». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, что за магазины «Империя сна»? Магазины «Империя сна» – это магазины постельных принадлежностей. И что входит у нас в постельные принадлежности? Постельные принадлежности – это комплекты постельного белья, одеяла, подушки. В нашем магазине есть еще ассортимент махровых изделий, халаты махровые, махровые полотенца и столовое белье, скатерти и полотенца для кухни. В общем, все для того, чтобы нам было уютно, да? Да, все для дома, все, что любят хозяйки. Вот. Ирина, вот мы очень много времени проводим во сне. Это все ученые давно нам рассказывают, да? И как бы это общеизвестно. Вот как сделать так, чтобы, ну, сон был хороший, правильный, да, чтобы мы высыпались? Для этого, наверное, нужно правильно выбирать постельное белье в первую очередь. Конечно, да. Во сне действительно мы проводим большую часть своей жизни. Вот, и сон нам важен человеку для того, чтобы восполнить нашу жизненную энергию. Вот, а для этого нужно, чтобы он был комфортный, спокойный. И выбирать постельные принадлежности, конечно, нужно, чтобы они отвечали всем нашим требованиям, чтобы мы спокойно спали во сне, чтобы комфортно спали. И поэтому я бы рекомендовала постельное белье. Нужно выбирать из тканей 100% хлопка обязательно. А почему? Потому что только 100% хлопок позволяет коже дышать, и он очень комфортен на ощупь, очень приятен, ну и не вызывает никаких абсолютно аллергий. Вот. Сейчас новинка еще в текстильной промышленности, появились новые ткани «Тенцель». Это эвкалиптовые ткани из эвкалиптового волокна. Они по тактильным ощущениям очень приятные, шелковистые. И рекомендуем их использовать больше в летний период, так как они обладают охлаждающим эффектом. Очень приятные, очень удобные в использовании, практически не требуют глажения. То есть, ну вот все, что любим, опять же, мы женщины, чтобы, как говорится, побыстрее, так как ритм жизни у нас сейчас очень активный, хочется как можно меньше времени уделять на там глажку и так далее, белья. Вот. Что могу сказать про подушки и одеяло? Опять же, какие рекомендации? Сейчас, конечно, очень много, ну, по статистике, людей с аллергическими заболеваниями. Поэтому сейчас в текстильной промышленности очень много одеял и подушек с искусственными наполнителями. Но не надо бояться искусственных наполнителей, что они могут принести, ну, какой-то там вред здоровью. Нет, сейчас они очень качественные. Эти волокна искусственных наполнителей, они имеют пористую структуру, и поэтому дышит и пропускает воздух точно так же, как и натуральные наполнители. Поэтому и плюс ко всему к этому, одеяло и подушки из искусственных наполнителей можно стирать при температуре 60 градусов, а как раз при ней и уничтожаются все микробы. А вот эти наполнители, они все разные или это какой-то один наполнитель стандартный? Или все-таки нужно выбирать, когда вот покупаешь подушку, например? В основном наполнитель искусственный, он отличается своей сортностью, так скажем. Есть самые простые искусственные наполнители, это холофайбер, но срок службы у него не длительный. Конечно, и цена у него недорогая, но он служит, ну, порядка полугода, если, например, взять подушку из холофайбера. Вот. Вот, например, в нашем магазине представлены подушки из искусственного лебяжьего пуха. Срок службы этих подушек достигает даже 5 лет. Вот. То есть вот это очень хороший наполнитель, и я бы вот рекомендовала и посоветовала именно его приобретать, если вы, значит, имеете какую-то аллергию. Если аллергии никакой нет, то лучше, чем пуховые одеяла и пуховые подушки. Нет ничего. То есть это настоящий пух? Это настоящий пух, да. В нашем магазине представлен настоящий пух сибирских гусей. Это самый лучший пух.
который проходит все степени очистки на молекулярном уровне, что позволяет использовать это изделие очень долго. Там не заводятся никакие пылевые клещи, стираются эти изделия в домашних условиях, даже не нужно отдавать химчистку. Ну и очень эти подушки комфортные. Ну буквально вот укрываться одеялом очень приятно, оно обволакивает. На подушке спишь как на облаке, не затекает ни шея, не болит ни голова. Утром нет никаких на лице там отеков. Вот. То есть мы выглядим прекрасно, с хорошим настроением. Вот, то есть я бы вот всем порекомендовала пуховые одеяла и подушки. А вот смотрите, подушки тоже бывают жесткие, бывают мягкие, да? Кому вот как привычнее спать? Да, конечно. Степень поддержки подушек у всех разная. И это предпочтение, ну, каждого покупателя. Чаще всего упругие и такие... более жесткие подушки выбирают у нас мужчины, так как у них широкий плечевой пояс, вот, больше вес. И у нас существуют даже специально такие мужские подушки, вот, которые предназначены для сильной половины человечества. Очень удобные, комфортные. Вот. А для женщин, детей мы предлагаем более мягкие подушки. У нас подушки идут еще с наперниками, пропитанные разными экстрактами растений. Высыпаясь на такой... Ну, высыпаясь. То есть они пахнут, получается? Нет, они не пахнут, просто в составе этой ткани используются экстракты и растений. И во время сна, значит, идет, ну, как бы испарение этих, и кожа наша получает вот эти... Пары. Пары, да, так скажем, да. Вот. И мы высыпаемся отдохнувшими, с красивым цветом лица, то есть вот такие есть еще... уникальные вещи. Вот в таком вот богатом ассортименте, в принципе, наверное, можно легко выбрать подарок, да? Ну, конечно. У нас в магазинах очень большой выбор подарков на юбилеи, на свадьбы. Вот сейчас у нас представлена коллекция постельного белья для самой нежной ночи, для первой брачной ночи. Вот. Это белоснежные комплекты постельного белья, расшитые пайетками, бусинками, кружевом. Из самых лучших тканей, из сатина, который выполнен из лучших сортов длинноволокнистого хлопка, который также по своим ощущениям напоминает просто вот шелк. Также представлена у нас коллекция и настоящих шелковых комплектов одеял и подушек из тутового шелкопряда. Ну, это просто вот роскошный подарок на любой юбилей, на свадьбу. В общем, есть все, чтобы нам хорошо спалось и спалось хорошо всем нашим окружающим, да? Да, да. Что ж, Ирина, спасибо вам огромное за столь увлекательную беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Ирина Черкунова, директор сети магазинов «Империя сна». В эфире программа «7 минут». Увидимся.